Последнее, чем бы я хотел заниматься в своей жизни, это жировыми клетками и жировыми отложениями. Я специализируюсь на мозге человека, на его психике, на его чувствах. И поэтому для меня принципиально важно это то, как наш мозг воспринимает еду, как он воспринимает чувства, связанные с едой, насыщение, чувство голода, как он себя настраивает в отношении пищи и так далее. То есть на самом деле моя задача здесь максимально деликатна. Ну, то есть вот я все время говорю, что если вы собрались худеть и начинаете себя ограничивать, вы обязательно потом перенаберете. У нас нету никаких упражнений, которые определяют ограничение пищи. Нет, у вас всегда будет свободный выбор, у вас всегда будет возможность. Вы никогда не будете чувствовать, что вы прямо ограничены. Да, где-то перестройка требует от нас там определенной мобилизации, но она, поверьте, сиюминутная и небольшая. А вот если говорить как бы фундаментально, базово, мы наоборот будем улучшать свое ощущение от жизни, от еды, от деятельности, потому что это сказывается и на вашей продуктивности, и на вашем внутреннем состоянии, на своем собственном внутреннем самоощущении. И мы работаем так, чтобы вам было комфортно, чтобы вы не чувствовали себя в стрессе. Все, что я буду делать для того, чтобы у вас было минимальное ощущение какого-либо стресса.